В городском доме культуры прошло торжественное патриотическое мероприятие «Мы вместе», посвященное Дню народного единства. В этот день более 70 ребят были приняты в ряды Всероссийского детского юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Подробности в нашем следующем материале выпуска. Участников патриотического мероприятия «Мы вместе» в холле городского дома культуры встречала военно-историческая выставка, подготовленная поисковым отрядом «Кубанский рубеж» клуба К-95 и военно-патриотическими клубами учебных учреждений города. Здесь можно было увидеть предметы военного обихода солдат, оружие, обмундирование советских воинов, гранаты и осколки времен Великой Отечественной войны, найденные на территории Краснодарского края. На площадке «Судьба солдата» участники могли узнать, где и как можно получить сведения о погибших или пропавшим без вести фронтовике. Продолжилось мероприятие в зале городского дома культуры. Началось оно с вноса знамени и исполнения гимна России. С наступающим праздником, Днем народного единства, собравшихся поздравили почетные гости, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский и председатель Совета Славянского района Григорий Литовка. Мы живем в великой стране, имя которой Россия. Этот праздник напоминает нам, как важно знать свою историю. История у нас одна, она необратима. Но какие бы эмоции она ни вызывала, это наша история, она дорога нам. Тот, кто не любит, не учит, не знает свою историю, обречен на то, чтобы учить историю чужих наций. Поэтому давайте будем вместе, давайте будем любить Родину, давайте будем знать историю, свои традиции. Дорожить тем, что мы живем в самом лучшем и красивом трудолюбивом районе, самого красивого уголка нашей страны Кубани, в самом прекрасном государстве, имя которому Россия! С праздником! Я хотел бы от имени главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Синеговского, от имени Совета района поприветствовать вас на патриотической акции «Мы вместе», приуроченной Дню народного единства. У нас с вами славная история, у нас славная традиция. Нам есть что хранить и защищать. И когда мы вместе, нам все по силам. От всей души поздравляю вас с наступающим праздником, Днем народного единства. Высказать еще раз вам слова благодарности, что вы занимаетесь большой военно-патриотической работой. Пожелать вам всем здоровья, мира и побед! По уже сложившейся традиции, в День народного единства активным юношам и девушкам Славянского района, которым исполнилось 14 лет, вручают паспорта. В торжественной обстановке главный документ гражданина России вручили 9 славянцам. Затем состоялась церемония награждения участников и руководителей клуба «Будущий воин» за достигнутые успехи и активное участие в военно-патриотической работе. Также грамотами и подарками были удостоены активные юнармейцы Славянского района, внесшие вклад в развитие военно-патриотического направления государства. Государственной молодежной политики. За достигнутые успехи и активное участие в военно-патриотической работе награждаются участники клуба «Будущий воин». Шелуга Алена Евгеньевна. Самым важным и главным событием торжественного мероприятия стало вступление 72 славянцев в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Им вручили значки организации, и перед лицом товарищей они произнесли клятву. Начальник регионального отделения движения «Юнармия» Николай Капранов поздравил ребят с таким важным шагом в их жизни, отметив, что задачи, которые им предстоит выполнять, очень важные и серьезные. Сказав сегодня клятву юнармейца, вы на себя взяли обязательство. Обязательство быть защитником нашей страны. Не обязательно это быть защитниками с оружием в руках. Это значит служить своей стране в меру своих возможностей и каждый на своем месте. Юнармейское движение Славянского района – одно из лучших в крае. И всегда приятно присутствовать в таком зале среди таких ребят. Я вам желаю успехов, желаю вам развиваться дальше
том направлении, в котором вы действуете, любить свой район, свой край и свою страну. Завершилось мероприятие концертом, подготовленным студенческими и молодежными коллективами района. Все номера были посвящены любви к своему краю и стране. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».